Йоуса, всем салют. Всем привет, друзья. Меня зовут Альтер. Вы находитесь на канале Чегеря. Вот это реакция на трейлер Шекер, второй сезон. А сначала посмотрим трейлер, и уже в следующей реакции у нас будет. Ой, в следующем видео будет реакция, собственно, на первую серию и так далее. Вот. Посмотрим примерно, может, какое предположение будет. Чё кого, сейчас увидим, я думаю, все в трейлере. Короче, в конце поболтаем. Жесткая сцена. Вся сумма, да, здесь? Охренеть. Думал, ты сдох. И чё на этот раз? Спортики опиздили. Мент на косяк поставил. Может, клад проебал. Алдрик, ты косячник, это навсегда. Знаешь, что я подумал? Мы можем каждую неделю в клуб ходить и толкать там став. Ну... Ты уже все продумал? Мы найдем человека, который там работает, и через него будем толкать свой товар. Братан, никто не согласится толкать меф в своем же клубе. Сука! Оша. Гнеблай. Твой став меф. Какие люди? Очень прекрасно расходятся в моем клубе. Финансовые потоки растут, клиентская база тоже растет. Соответственно, и растет спрос. Нормально. Знаешь, я хочу сказать тебе, если ты вдруг захочешь кинуть меня, маленький ты пиздюк, я хочу тебе сказать, вон сидит Пауэр, видишь, он не добрый, как я. Да легче застрелить и закатать бетон. Пауэр, ты чё, блин, мы же не какие-то там отморозки. Это шутка была. Это была шутка! Сука! Ау, ты красавчик! Офигенно просто! Эй, ёб твою мать, ты голоса! Эй, все встали и отсосали ему срочно! В очередь встали и сосите у Алдика! Блин, слушайте, клёво пока что. Да нет, ну я думаю, то, что будет круто. Давайте этот shot by shot, короче, или как там это называется, тема по кадрам посмотрим. Вначале жесткая сцена с первого сезона. Смотрим на Алдика и сразу же... Вот прям сразу же бросается в глаза кадр с фильма «Джокер», как тот тоже у окна сидит, и этот в автобусе, походу, да, какой-то, это автобус, маршрутка, и он также смотрит в окно, весь поникший, вообще просто убитый, обросший, вообще жесть. Ну, помотала его, помотала жизнь. Круто. Так, какой-то непонятный тип, я не понял, кто это вообще, это он, что ли, был? Нет, фиг знает, что за парнишка в тачке. Также пришел к другу за помощью. Тот его также подстебывает. Так, хоп, мент незнакомый нам. А, нет, я подумал то, что это тот вернулся чувак. Я не помню, как его звали, конечно. Ну, коп с предыдущей части, но нет. Вроде не он. Так, ладно.
Все та же тема. Толкаем наркотики. Придумывают они новый замут, как надо двигаться, но опять их, походу, кто-то прижал, то есть его. Или что? Если он в итоге опять... Или просто они хотят заработать. Фиг знает. По сути, от того, так скажем, кровопийцы мента он избавился. А, у него же он был... Прошу прощения. У него же еще есть, наверное, начальник, который поставлял ему наркоту. Он же просто курьер раньше был. Может, он же принял, по-моему, предложение. И вот, возможно, начал двигаться в итоге в клубе. Блин, круто, классно. И девчонки крутые засветятся. Вот. Тема с клубом и то, что там толкается наркота, есть в сериале «Власть в ночном городе». Собственно, в первом сезоне все это было показано, рассказано, то, что наркоторговец, у него есть свой клуб, под клубом, ну, то есть в подвале где-то, короче, на складе, они там отмывают бабки, и там, собственно, вся наркота хранилась. Ну и, собственно, в самом клубе они толкали эти наркотики. Поэтому я и не удивился, то, что найдется тот, кто согласится на эту тему. И как забавно, этот чувак из сериала «Саке», он был там, знаете, такой, типа, шестеркой у Канатага. А здесь в итоге он сам крутой тип, но ему идет с такой бородкой, такой весь серьезный, мафиози. Прикольно. Прям как будто для него, короче. Посмотрим, какого персонажа здесь он играет. Там он меня подбешивал, этот чувак. Не помню, как его там звали. Но его персонаж подбешивал. Здесь посмотрим, как он играет этого и отличаются ли. Так, ну, будет место, конечно, для веселья, пацаны развлекаются. Очень такой серьезный кадр с девушкой на столе, я так понял, да? Что она ноги раздвинула. Неплохо, неплохо очень даже. Поставил бы это на стоп-кадр, но, думаю, не проканает с YouTube. Вот, и походу, не знаю, конечно, не видно. Не углядел, но там, по-моему, обнаженка будет. В «Сержант Братан» была сцена в сауне с обнаженными девушками. Посмотрим, что здесь будет. Так, походу, они тоже будут еще под кайфом. Блин, кадры некоторые быстро сменяются, не успеваешь углядеть прям. Куча бабла. А он чё это, как её там девочка, он к ней вернулся, что ли, или чё? Фиг поймёшь. Классная сцена с попками и деньгами. Супер. Так, а почему он в перчатке? Вот, кстати, перчатку я не сразу заметил. Ну и достанется, походу, этому Алдику. Чё-то прям вообще жёстко. Мне кажется, этот сезон будет куда круче первого. Пока мне так кажется. Да, у него были просто перчатки. Так, ну-ка, что за садомаза у нас тут? Блин, чё? Это может просто сцена, как в начале были всякие сцены у них там раньше. Непонятно еще, что за девушка. Ну, что-то интересное. И это, я думаю, не Алдик. Хотя, фиг его знает. Какие-то бои женские. Тоже что-то замут. Ты у кого-то такое развлекалово, наверное.
Может, что-нибудь еще будет связано с Даркнетом? Ну да, вот чувак тоже в магазине стоит. Мне кажется, это все-таки такие коротыши перед серией. Он еще как этот во все тяжкие в каком-то плаще. Возможно, там то, ну, вообще какое-то непонятное место, фиг знает, где находится. Куча передозировки. Круто. Ну и концовка, конечно, классная. Все встаньте в очередь, блин. Блин, все, уже не терпится, короче, посмотреть. Трейлер неплохой. Очень даже хороший, я бы сказал. Проснулся интерес. И, судя по трейлеру, мне кажется, это будет куда серьезней и интересней сезон. Но еще пока не знаю точно. Увидим. Как вам? Пишите в комменты, что думаете по поводу сезона. Тоже пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.